Обрезали на Бахаржрау, а компенсируют на Нуркена Абдирова. Руководство торгового дома «Абсолют» высадит 60 саженцев взамен подрезанных деревьев. Мы обязуемся высадить то количество деревьев, которые нам скажут, в том месте, где это будет указано, и обязуемся за ними ухаживать до полного их приживания. И за этими деревьями, которые мы вчера кронировали, также будем ухаживать и наблюдать за их молодыми побегами. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и моральные волнения. После скандала с подрезкой деревьев у одного из торговых домов в городе определили место компенсационной посадки. По сообщению районного акимата, в осенний период компания высадит 60 саженцев лиственных пород деревьев высотой 2-2,5 метра и обязуется обеспечить соответствующий уход и содержание до полного приживания зеленых насаждений. Посадка будет производиться согласно схеме на аллее по проспекту Нуркена Абдирова.